многие считали, что ничего не знали. Второе. Выучить таблицу умножения до конца. Кто придет, может быть, твердо ее знать не будет, но потом по ходу он ее как бы и заучит. Но таблица умножения нужна. Кто захочет посещать пионерский лагерь при школе, с первого числа работает пионерский лагерь. Приведете ребенка, кто не написал заявление, напишет заявление. Завтра нас по поводу лагеря будут собирать, поэтому только с первого числа будет известно, что к чему. Если мы завтра не получим учебники, я завтра скажу детям, значит, мы во вторник придете и будем получать их во вторник. Я детей водила на экскурсию в библиотеку. Водила? Да. Показала дорогу вам в библиотеку? Да. Показала. Узнали вы, какие правила записи в эту библиотеку? Да. Вот родители могут записать, и дети с целого лета, которые отдыхают здесь на Таирово, которые живут здесь, могут посещать библиотеку, пользоваться бесплатно книгами, потому что все книги купить невозможно. Для этого и существуют библиотеки. Правильно, дети? Да. Тетради. Значит, много тетради не накупать, особенно в линейке, потому что 2 месяца мы будем писать линейку, повторим буквы и так далее, и переходим на узкую линейку. Тетради покупать до 18 листов, потому что килограммы знаний носить очень тяжело на проверку домой. Вот это все, что я вам хотела сказать. А теперь мы с вами с детьми подготовили небольшой такой прощальный урок. Дети выступят, покажут свои знания. Урок наш называется «Веселый». Перед тем, как мы его начнем, давайте сначала с вами повторим правила. Кто хочет, разговаривать, кто должен быть.